В эфире «Утро Карачаево-Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро! И сейчас слово нашей гостиной. О своем творчестве расскажет известная певица и гармонистка Рита Докшорова. С ней встретилась моя соведущая Белла Джасаева. Доброе утро всем. Доброе утро, Рита. Доброе утро, Белочка. Я благодарю вас за то, что вы нашли время, пришли сегодня к нам в гости. На нашей программе «Утренний» вы первый раз, поэтому рада видеть вас. Спасибо, Рита, за приглашение. Я знаю, что истоки вашего творчества начинаются в детстве. Значит, я знаю, что у вас нет музыкального образования. Незаконченное. Но в семье были музыканты. Хотелось бы, чтобы вы рассказали, как вы увлеклись музыкой и как это стало делом вашей жизни. У меня тетя играет на гармошке, Ирина Мустафаева. Угу. Мне всегда нравилось, какая она красивая, изящная такая, еще и на гармошке играет. А играть на гармошке научил меня мой папа. Угу. Это старший брат Ирины. Он мне купил гармошку и начал учить меня играть. И так я и научилась. Конечно, это все шло постепенно. Сперва он мне купил «Малыш», потом «Казань», аккордеон, музыкальная школа, музыкальное училище. А вообще в детстве я еще и пела в клубе, угу, лет с 10. Там играла, конечно, Нина Сикалиева наша. Я ей очень благодарна, конечно. Есть ее большая заслуга в том, что я сегодня умею играть на гармошке. Тетя как-то жила подальше от нас, а Нина Сикалиева, она моя соседка. И с 10 лет я с ней выходила на сцену, она играет, я стою, пою. Сейчас вы очень востребованный артист, я знаю, что вас часто приглашают. Спасибо. На различные вечеринки, торжества. Но хотелось бы узнать, с кем вы сотрудничаете, каков ваш репертуар, кто ваши авторы, соавторы? Это Муталиб Кумуков, он с Канхалка, он начал писать стихи. Угу. И очень хорошие песни получаются на его стихи. Я ему очень благодарна тоже. Музыка ваша? Музыка нет, не моя. Музыку, у меня есть песни. У Нины Сикалиевой есть дочь старшая. Это Марьяна Куратукова-Сикалиева. Она пишет музыку, а Муталиб Кумуков пишет стихи. И так и появляются песни. В основном я раньше пела песни у Тимисовых. Это «Бедная Магомед и Рима». С детства пела их песни, я им тоже очень благодарна. Куда бы мы ни ездили на концерты, они всегда спрашивали: «Рита, какую песню ты будешь петь?» Угу. А вы представьте, маленькая девочка, они такие известные. И я выбирала то, что я буду петь. А то, что я не пела, они говорили: «Ну, тогда хорошо, это тогда мы споем». Угу. Вот они такие хорошие люди были. Сегодня для наших утренних зрителей что вы исполните? Я вижу, что вы пришли сегодня с гармошкой своей. Я хочу исполнить песню Магомеда Утемисова «На берегу Зеленчука». Пожалуйста. Спасибо, Рита, вам огромное. Я прошу прощения за тавтологию, вы гармоничны со своей гармошкой. Спасибо. Я желаю вам творческих успехов и благодарю, что были гости нашей программы. Спасибо вам всем, хорошего дня. Спасибо. До свидания. Спасибо. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на абазинском языке. Затем также программы абазинской редакции. В 14:30 «Вести» Карачаево-Черкесия с Аллой Динаевой. Всем хорошего дня и встретимся завтра.